Урегулировать вопросы поставок белорусского мяса и молока на российский рынок, возможно, удастся на этой неделе. В пятницу в Москве запланирована рабочая встреча глав аграрных ведомств двух стран. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Леонид Заяц отметил, что в первую очередь необходимо обсудить продовольственные балансы, то есть обозначить ассортимент, объемы и сроки поставок, чтобы увязать экономические интересы двух стран. В повестке и тема снятия временных ограничений с белорусских предприятий мясомолочной отрасли, введенных неделю назад. Кроме этого, нам необходимо выработать единые подходы, элементы дорожной карты по снятию ограничений. Если они появляются, необходимо понимать четко одной и другой стороне, что необходимо при этом делать, чтобы снять именно вовремя эти ограничения. И, в принципе, не допускать их. Поэтому мы ждем такой позитивного разговора с Российской Федерацией, с Минсельхозом, Россельхознадзором по поводу подхода у Республики Беларусь, Российской Федерации по недопущению на общий рынок некачественных продуктов питания. Ситуации с производством и поставками наших продуктов, в том числе на российский рынок, касались и на экспортном форуме «Беларусь молочный». Он стартовал сегодня. В четвертый раз главная переговорная площадка собрала в Минске около 300 игроков молочного рынка из Беларуси, России, Украины, Евросоюза и Китая. В этом году в нашей стране планируют произвести более 7,5 миллионов тонн молока, поэтому одной из главных тем форума станет поиск новых рынков сбыта.